Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня хочу приготовить куриные крылья в пикантном маринаде. Этот рецепт я делаю в первый раз, поэтому давайте будем готовить вместе и вместе будем пробовать, что же из этого блюда получится. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, что же нам для него понадобится? На 1 кг куриных крыльев необходимо будет взять 1 луковицу, 2-3 зубчика чеснока, соевый соус 1,5 столовой ложки, сок 1 граната, паста томатная 1 столовая ложка, соль, перец по вкусу. Как нам добыть сок граната? Это делается очень легко и просто. Берем любой пакет. Засыпаем зерна граната. Ну вот и все. Теперь делаем маринад. Лук режем полукольцами. В лук добавляем немного соли и перетираем его. Добавляем чеснок к луку. Перец. Томатную пасту. И сок граната. Полторы столовые ложки соевого соуса. И выкладываем в маринад крылья. Накрываем крылышки тарелкой или пленкой и оставляем мариноваться часа на 2. Периодически подходя и перемешивая маринад. Крылья у меня промариновались примерно 1,5 часа. Я добавляю столовую ложку растительного масла. Все перемешиваю и выкладываю на противень. Тем маринадом, который у нас остался, мы потом будем поливать курицу, чтобы она у нас не подсохла. А сейчас мы убираем ее в духовку, которая разогрета на 180 градусов на час. Ну вот и все. Крылышки готовы. Они простояли у меня в духовке даже меньше, чем час. Минут 45-50. Маринадом я их не поливала. Достаточно было сока того, что был в форме. Ну а теперь давайте попробуем, что же получилось и какие они на вкус. Получилось достаточно вкусно и интересно. Советую вам приготовить эти крылышки. По крайней мере, разочарованы вы в них не будете. Ну, а я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Также обратите свое внимание на ссылочки, которые находятся внизу этого видео. Пройдя по ним, возможно, вы найдете свой любимый рецепт. Ну, а сейчас всем до свидания и до скорой встречи!